Здравствуйте, я рад вас вновь приветствовать на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Сегодня у нас на обзоре машинка Endis Endurance. Это на сегодня самая последняя, самая крутая их машинка, ну и, соответственно, самая дорогая. Как всегда, начинаем с рассмотрения коробки. На коробке у нас перечислены основные преимущества, что она подходит для большого объема работ, что она очень долговечная, что она легче на 20%, чем предыдущее поколение машинок. Ну и что у нее крутой шнур. На оборотной стороне мы видим, что она мощная, быстрая для любого типа волос, что у нее бесщеточный мотор и что вот такие вот у нее обороты. Ну хорошо, давайте вскроем коробку и посмотрим, что внутри. Ну а внутри коробки у нас лежит еще одна коробка, что меня как продавца очень радует. Она очень прочная, очень надежная, поэтому можно не бояться пересылать эту машинку в другие регионы прямо в заводской упаковке. Открываем и смотрим комплектацию. Внутри у нас, конечно же, сама машинка, конечно же, макулатура. Небольшой флакончик масла 15 мл. Раньше были щедрее производители, клали 120 мл. Но 15 тоже неплохо. И запасной поводок ножа. Хорошо, давайте убираем это все в сторону и поговорим о самой машинке. Машинка выпускается на сегодня в двух цветах, но у нас она вот в таком вот зеленом цвете, очень симпатичный, очень приятный. Вот эта вставка, она глянцевая, что, на мой взгляд, не очень хорошо. Она может со временем царапаться, затираться, но тем не менее. Большая часть корпуса выполнена из серого пластика. Он такой шероховатый на ощупь, не софт-тач. Это нейлон, он ударопрочный, все хорошо, при падении корпус не расколется, но тем не менее ножи могут пострадать, поэтому лучше не роняйте. Зазоры очень небольшие, очень качественно выполнена машинка, в целом мне очень нравится. Лежит в руке хорошо, все замечательно. Машинка относится к роторным сетевым, соответственно она работает у нас только от шнура. Шнур у нас вот такой вот в рубчик. Сделано это специально, чтобы он меньше спутывался. А спутываться он мог бы очень легко, учитывая его длину. Длина этого шнура 5,2 метра. Очень длинный шнур. И помимо того, что он длинный, здесь они молодцы. Сделали вот этот преобразователь питания не на самой вилке, да, где он мешался бы, такая здоровая дура торчит из розетки, постоянно вываливается, вообще мешает включить что-то рядом. А сделали его посередине. Ну, не совсем посередине, где-то около метра от розетки до блока получается. Соответственно, можно удобно включать его, где вам нравится. И остальные там 4 метра позволяют бегать вокруг животного как угодно, с любой стороны к нему подкрадываться. Кроме того, этот шнур у нас вращается в машинке, что тоже очень круто. Опять же, предотвращает его запутывание и предотвращает его переломы вот в этой вот части. Очень удобно, очень отлично. За шнур здесь ставим 5 с плюсом. 5 с плюсом метров и оценка 5 с плюсом. Машинка относительно легкая, она весит примерно 340 граммов без ножа. Ну, нож здесь около 50 граммов весит комплектный, то есть всего где-то 390 граммов. Нож здесь комплектуется, нож стандарта А5, это, в общем-то, типично для машинок этого класса. С завода идет нож номер 10. 1,5 мм, он полностью стальной, не керамический, как в последнее время Endis взял моду. На мой взгляд, это скорее плюс, чем минус. Кому хочется керамику, сам ее себе поставит. Нож быстросъемный. Здесь под ножом впервые, по-моему, Endis поставил такой вот защитный щиток, который служит для того, чтобы волосы меньше попадали в поводок ножа. Но если даже они туда забиваются, то у Endis стандартно вот такая вот легко снимающаяся крышечка, под которой мы получаем доступ у нас к эксцентрику ножа и к поводку ножа для того, чтобы проще чистить. Поводок выполнен из полиэтилена, то есть в теории он может изнашиваться, рваться. Я несколько раз от разных людей слышал, что вот, я слышал от кого-то, который слышал еще от кого-то, что они быстро изнашиваются. Тем не менее, мы торгуем этими машинками уже около 5 лет. За этим поводком не обращались ни разу. Но даже если он сломается, в комплекте сразу лежит запасной еще один, и можно докупать их отдельно. Но необходимости, видимо, особо нет. Хорошо, дальше. Вторая вещь по важности после ножа, это, конечно же, мотор. Мотор здесь используется бесщеточный, мощностью 36 Вт.
с ресурсом службы свыше 10 тысяч часов. Сам производитель для этого мотора заявляет ресурс службы от 10 до 50 тысяч часов. Это очень много. Скорее всего, мотор переживет саму машинку. Работает он на двух скоростях. И здесь, прямо как завещал великий экзибит, у нас кнопку встроили в кнопку для того, чтобы в процессе работы выбранная скорость самопроизвольно не переключалась. Итак, первая скорость 3000 оборотов, вторая скорость 3800 оборотов. Зачем они нужны две, я, честно говоря, не знаю. Разница между ними небольшая, и большинство грумеров, парикмахеров, если у них есть несколько скоростей, работают всегда на максимальной. Почему? Потому что работа сделается быстрее. Больше заработаем денег. При этом нагрев, я сомневаюсь, что будет как-то прям отличаться. 3000-3800 – это практически одно и то же. В машинке здесь, обратите внимание, нет никаких щелей, как, допустим, на Moser Max 45 или ее аналоги Volca M2. Здесь нет никаких вентиляторов, волосы засасывать некуда, то есть внутрь они попадать не будут, внутрь корпуса. Тем более, что корпус такой вот с очень аккуратными швами, все очень герметично, очень хорошо сделано. Что еще нужно отметить про эту машинку? Ну, поскольку здесь мотор бесщеточный, то у него очень высокий КПД, и, соответственно, нагрев у машинки должен быть достаточно маленький. Несмотря на то, что 36 Вт – это довольно много, но я думаю, они не всегда используются на полную, эти 36 Вт. Если 6 будет какая-то легкая, скорее всего, там реальная мощность будет Вт 5, а вот если уж надо какого-нибудь там черного терьера или еще что-то такое очень волосатое постричь, то тогда уже вдует в мотор все 35-36 Вт, но, тем не менее, нагрев будет сравнимый с машинками там на 10 Вт. Сборка у этой машинки чисто американская. Хотя мотор китайский, Hank Drive, это производитель, который специализируется именно на бесщеточных моторах, но делает их достаточно хорошо. В принципе, ничего плохого про него сказать не могу. Мотор с поддержанием постоянной скорости, то есть независимо от того, стрижете вы Йорка или кого-то там очень волосатого, не знаю, там медведя бурого, все равно эта машинка будет поддерживать либо 3000 оборотов, либо 3700 оборотов. Это свойство именно бесщеточных моторов, что они без контроллера скорости в принципе существовать не могут. Ну, это хорошо. Но и напоследок давайте заглянем внутрь, просто ради интереса. Раз уж я здесь положил отвертку, то давайте заглянем, что у нас внутри, как это все выглядит. Внутри все собрано весьма аккуратно, ничего лишнего особо нет, ничего нигде не болтается. Мотор, как видите, довольно-таки объемный. Присутствует на нем маркировка Hank Drive B3640M-029. Причем на сайте производителя я нашел моторы B3640M, но вот после дефиса у них идет другая маркировка. Видимо, 029 – это все-таки спецзаказ Эндис под свои какие-то нужды. Ну, молодцы. Молодцы, раз они прямо кастомизируют все эти моторы, чтобы именно вот для их клиентов все было идеально. Здесь идет 4 провода, по двум проводам красному и черному идет питание, зеленый и синий – это управление скорости. Для тех, кто знаком с бесщеточными моторами, это как-то странно выглядит, но на самом деле все очень просто, потому что плата управления мотором – это не вот эта, вот она установлена внутри производителем, то есть все управление, но там платка уже запрятана внутри корпуса мотора. В целом сборка мне нравится, мотор выглядит немножко попроще все-таки, чем у КМ-10, там он как-то прямо поглянцевее, так скажем, да, но тем не менее все чисто, аккуратно, ничего лишнего, ничего не болтается, качество пайки в принципе нормальное, все довольно-таки хорошо. Итак, давайте разберемся, для кого эта машинка. Машинка в первую очередь для грумеров. Очень большой запас мощности, просто огромный. Не знаю, куда его девать. К тому же очень длинный шнур. Шнур прямо вот божественный. Это самый длинный шнур, который я встречал пока у машинок для стрижки. И он сделан удобно, он сделан вращающимся, он сделан не спутывающимся. И блок питания не встроен в машинку и не встроен в вилку, а он находится на небольшом расстоянии от вилки. Это, на мой взгляд, идеальное решение. Машинку очень советую. Качественный продукт, который понравится
и грумерам в первую очередь, и парикмахерам, которые хотят какой-то прямо ультимативный инструмент, которым можно стричь кого угодно, он тоже понравится. К тому же есть выбор ножей разных производителей любого размера. Если у вас остались какие-то вопросы по этой машинке, задавайте их в комментариях под видео, либо ВКонтакте, либо в Инстаграме, хотя там не очень удобно общаться. Ну и не забывайте, что характеристики и цену этой машинки посмотреть можно у нас на сайте. Ссылка, как всегда, на сайт, на конкретную эту машинку в описании под видео. На этом все. Пока-пока.